Ну что ж, началось. Наступают с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Давайте сюда! Проверить снаряжение! Приготовиться! Надо обсадить! Мы потом
отходят! Они отходят! Наша взяла! Отбились! Мужики, мы отбились! С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не выдохлись! Сержант, доложите обстановку! Капак! Мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попробуем! Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не было. Это еще что? Черт! Только мертвые спартанцы. Прямо Ксерксом себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет.
О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Артём, уже не нужно. Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла-каталки. А Хан просто исчез. Как-то он сказал мне: «А что, если этот маленький черный — последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти?» То, что черный вернулся и привел с собой своих, может, это и есть помилование? Мне, ордену и всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Черные ушли, но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение.